Всем привет, с вами Владимир Куличенко, гитарист команды Peach. И сегодня у нас с вами на обзоре аналоговый перегруз фирмы Boss Turbo Distortion DS2. Эта примочка выпускается с середины 80-х годов. Она пришла на смену DS1. Стала известна благодаря таким гитаристам, как Курт Кобейн, Джон Фрусчанте, Джош Клингофер, Принц, Стив Вэй и многие другие. Также это мой любимый перегруз, один из первых перегрузов. Я приобрел его в 2008 году. Вот, было время, я продал ее, и месяц моим перегрузом был Big Muff. Ну и тогда я понял, что мне нужно несколько перегрузов, и приобрел обратно. Вот такая история. На данной примочке у нас 4 ручки. Значит, первое — это level, соответственно, громкость, тон, dist — это уровень перегруза, remote, turbo, имеет два положения. В первом положении эта примочка звучит как Boss DS1, перегруз более мягкий, а в режиме 2 громкость перегруза увеличивается и средние частоты более читабельно, они больше выпирают, так сказать. Также у нас есть дополнительный вход Remote. Вы можете сюда подключить внешний foot switch и переключаться между режимами. Питание 9 вольт. Также можно все запитать от кроны. Кстати, когда я купил, крона была в комплекте, но я об этом не знал. И через 10 лет, вот в 2017 году, я такой думаю, надо бы мне крону поставить, и не хочется с питанием заморачиваться. Открываю, там крона в пакетике, прям новая лежит. Вот, вот такая история номер 2. Давайте ее послушаем. Я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Куличенко. Приходите на наши концерты. Всем печь.